Вот уже в третий раз первокурсники КФУ, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, станут обладателями ректорской стипендии. Также стипендию 100-бальник получат призеры и победители олимпиад. Академическая стипендия размером в 100 тысяч рублей выплачивается победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителям олимпиад школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и высшего образования России, зачисленным без вступительных испытаний в КФУ. Стипендия размером 80 тысяч рублей выплачивается лицам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, по предмету, который является вступительным экзаменом в КФУ, а также призерам и победителям олимпиад, чьи результаты были приравнены к 100 баллам ЕГЭ по предмету, соответствующему направлению подготовки. С приказом можно ознакомиться на официальном сайте КФУ. Стипендия 100-бальник впервые была выплачена первокурсникам в 2018 году. В прошлом году ее получили 36 призеров и победителей олимпиад и 95 студентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ. В 2019 году ректорскую стипендию получила и студентка первого курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Айсылу Шарафеева. Она окончила лицей имени Лобачевского КФУ и набрала 100 баллов по химии. Еще в конце 10 класса я начала искать информацию о вузах по интересовавшему меня тогда направлению. КФУ меня привлек тем, что является одним из лучших вузов, где были современные лаборатории, хорошая научная база, с которой тогда я уже была знакома. После подачи документов я узнала о наличии стипендии 100-бальника. Это был довольно приятный сюрприз. Повышенная стипендия снимает вопрос поиска дополнительного заработка, тем самым освобождая время для углубленного изучения. Это может быть одним из мотивирующих факторов при поступлении в университет, но не самым главным. На стипендию 100-бальник можно претендовать после первого месяца обучения на первом курсе. Диана Желенкова, Универньюз.